Победитель первенства России. А на ковре А сейчас в красном трико Джамал Атарсултанов, Московская область, ЦСКА. Параллельный зачет Чеченской Республики, мастер спорта международного класса. 15 лет занимается борьбой. Первый тренер Амруди Айсултанов. Затем у главного тренера ЦСКА Анатолия Маргиева много лет. И сейчас еще тренеры Иман Паша Мадиев и Арслан Берсан. Лучший результат Атарсултанова — золотая медаль чемпиона Европы этого года в Сербии. А его соперник Нариман Исрапилов, также мастер спорта международного класса, представляет Дагестан. Тренеры Магомед Магомедов и Гайдар Гайдаров 10 лет тут занимается борьбой. И также чемпион Европы, но 2009 года. Выигрывал еще золотую медаль на первенстве мира среди юниоров. Победитель Кубка мира. На ковер Ц приглашаются Адам Сайдиев, Гаджи Гаджиев. Внимание! Пара борцов. Внимание! На ковре Ц встречаются Саидов Адам, заслуженный мастер спорта, город Красноярск, и Гаджи Гаджиев, Республика Дагестан, мастер спорта, чемпион Олимпиады и двукратный чемпион мира. Внимание! В 16:30 начинают взвешивание борцы супертяжелого веса. 120 килограммов. 16:30. После окончания взвешивания борцов тяжелого веса начнут взвешиваться борцы до 60 и 84 килограммов. И 84 килограмма будут взвешиваться после окончания взвешивания борцов тяжелого веса. На ковре Б победил Денис Царгуш, Московская область. Таким образом, Денис Царгуш, представитель команды Московской области, ЦСКА, выходит в финал борцов весовой категории до 74 килограммов.
А на ковре А после двух периодов счет равный 1-1. И опять мы просим службы очистить вот там арену около ковра А. Красный угол. Пожалуйста. Очень много там лишних людей. Службы общественного порядка, пожалуйста. Обратите внимание на нашу просьбу. Победил Джамал Атарсултанов, Московская область, ЦСКА, параллельный зачет Чеченской Республики.